Белорусы очень терпеливые и мирные люди, но всему приходит предел. Люди поднялись как один, и мы не остановимся. Мы не простим, мы никогда не простим этих зверств. Мы хотим перемены, мы хотим счастливой и лучшей жизни для себя и своих детей. И не верьте никому, кто говорит, что здесь собрались маргиналы, безработные, уголовники. Неправда. Это мы самые обычные, простые люди. Мы хотим, чтобы тот человек, который погиб за нас, проявить с ним солидарность, почтить его память, и мы надеемся, что в Беларуси наступят перемены. Это действительно страшно, и то, что в нас гоняли, и то, что мы как бы нехотя впускали 26 лет, это не исчезает за один день и за один месяц. И поэтому те, кто выходят на улицы, это я ими горжусь, я в восторге. Да? Те люди, которые сопротивляются, помогают, как угодно, я им кланяюсь.